Тебе, Господь, к Тебе, к Тебе. Простираемся к Тебе, Господи. Душа моя, жаждет Тебя, душа моя, жаждет Тебя, душа моя, жаждет душа моя, так жаждет Тебя, душа моя, жаждет душа моя. Так жаждет Тебя, душа моя, жаждет душа моя. Жаждет Тебя, душа моя, жаждет душа моя. Так жаждет Тебя, душа моя, жаждет Тебя, душа моя. Бога крепкого, Бога вечного. Жаждет Тебя, душа моя, Бога крепкого, Бога вечного. Жаждет Тебя, душа моя, Бога крепкого, Бога вечного. Жаждет Тебя, душа моя, Бога крепкого, Бога вечного. Жаждет душа моя, так жаждет Тебя, душа моя. Жаждет душа моя, так жаждет Тебя, душа моя. Жаждет. Созерцать красоту Господню, пребывать в Твоем доме все дни. Созерцать красоту Господню, пребывать в Твоем доме все дни. Созерцать красоту Господню, пребывать в Твоем доме все дни. Созерцать красоту Господню, пребывать в Твоем доме все дни. Созерцать красоту Господню, пребывать в Твоем доме все дни. Созерцать красоту Господню, пребывать в Твоем доме все дни. Созерцать красоту Господню, пребывать в Твоем доме все дни. Созерцать красоту Господню. Душа моя, Бога крепкого, жаждет душа.
живого и вечного жаждет душа моя Бога крепкого. Живого и вечного жаждет душа моя Бога крепкого. Впитывайте его присутствие. Верного, живого и вечного. Впитывайте. Жаждет душа моя Бога. Напитывайтесь его присутствием. Верного, живого и вечного. Чтобы унести его отсюда. Пропитывай нас, Господь, насквозь. Трансформируй нас. Живого и вечного жаждет душа моя Бога крепкого, верного, верного, живого и вечного жаждет душа моя Бога крепкого, верного, верного, живого и вечного жаждет душа моя Бога крепкого, верного, верного, живого и вечного. Господь, пред лицом Твоим стоим, Ты собрал нас на этой земле, на Крымской земле. Мы не искали Тебя, Ты нашел нас. И вот мы, Господь, стоим перед лицом Твоим и молимся, да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя на этой земле, на Крымской земле. Да будет прославлено Твое имя. Ютхей вафей, Шуа! Ютхей вафей, Шуа!
своего.
разлился твои потоки на эту землю. Из шлема потеку, из шлема потеку, реки воды живой, из шлема потеку, реки воды живой, из шлема потеку. Я думаю, Дух Святой хочет высвободить это здесь. Он видел себя стоящим напротив высохшего русла реки. И он говорит: у меня было побуждение пророчествовать этой реке, этому источнику открыться. И он говорит: я начал провозглашать во сне. И вдруг земля задрожала, и вода начала подниматься. Но в этот момент, он говорит, я почувствовал движение за моей спиной. И когда я оглянулся назад, я увидел цунами, идущую выше облаков. Во сне он знал, что это связано. То, что он вызвал из-под земли, это вызвало цунами, которое шло выше облаков. Эта волна была настолько огромной. И то, что я слышу, Дух пророчески говорит, что пророческий голос сегодня, он смотрит и он вызывает определенные вещи, но он не понимает, насколько мощная сила за его спиной поднимается сегодня. И это гораздо более высокое, гораздо более мощное движение, чем то, что было, чем то, что ты вызываешь, как будто смотря и думая, пусть это будет восстановлено. Нет, это время, когда приходит новое, которое больше, настолько глобальное, что оно затопит всю землю. Оно соберет всю землю, оно соберет народы и территории. И сегодня пророческий голос позволяет этому родиться, поэтому пророчествуй. Поэтому вызывай сегодня эту большую волну. И дальше он видел, он знал, что эта волна, она может сейчас его поглотить. Он начал бежать от этой волны. Но в какой-то момент он понял, ему надо быть на ней. И он говорит, я не знаю как, но в какой-то момент я поймал себя на том, что я был уже на этой волне. И я шел вместе с ней, вместе с этой волной. И я пророчествую, что пророческий голос, он не только вызывает это новое движение, но он соединяется с ним, и он приобретает силу и инерцию этой волны. Он приобретает силу и инерцию этой волны, чтобы двигаться в согласии с тем, что делает Господь. Согласие с тем, что делает Господь. Это больше. То, что ты ожидаешь, оно больше. Я слышу, Дух Божий говорит, то, что ты ожидаешь, оно больше. Оно больше. Оно больше. Оглянись назад, оно больше. Оно больше. Слышу небеса, с неба движется река. Слышу небеса, с неба движется река.
Слышу небеса, слышу небеса, слышу небеса. Слышу небеса, с неба движется река. Слышу небеса, с неба движется река. Слышу небеса, слышу небеса. Излил на нас, 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 от духа твоего. Излил на нас, 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 от духа твоего. Слушай небеса, с неба движется река. Слушай небеса, с неба движется река. Слушай небеса, слушай небеса. Слушай небеса, с неба движется река. Слушай небеса, с неба движется река. Слушай небеса, слушай небеса. Излил на нас
от духа своего. Излил на нас, 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 от духа своего. Rebelele și ghele boșindele rebasintea.
Ribondas chigondas le bondes te. Chide le rebesse te alla voce te. Scendo lo riandes. Chide le rebesse te. Chide le rebesse. Господь дает сейчас чувствовать благодарность от земли, благодарность от крымской земли. И то, что происходит сейчас здесь, это как елей, как бальзам на рану. Я чувствую эту благодарность. И Бог дал такое слово, что как в книге Откровения, когда дракон, он пустил просто вслед жены этот поток, чтобы ее поглотил, то земля раскрылась и поглотила этот поток, и сама земля, она помогла жене. И я вижу, как земля, она будет служить нам. Даже когда враг будет возбуждать каких-то людей, какие-то силы против нас, то сама земля будет восставать и препятствовать этим силам. И будут моменты, когда просто именно земля воспрепятствует врагу. И то, что он пускал в нашу сторону, просто не дойдет до нас. Мы благословляем крымскую землю святым и сильным именем Йод-Хей-Вав. Эй! Которую Бог высвобождает, но эта протекция была как в жизни Даниила. Со стороны власти, со стороны власть придержащих. И сменялись цари, но Даниил имел протекцию. И Господь сказал, я высвобождаю этот уровень протекции для вас вообще, для моего тела. Будет высвобожден большой залог, большая протекция со стороны власти. Это могут быть отдельные ключевые люди, но они будут держать определенным образом, как в заступничестве. Они будут в заступничестве. Когда Юра говорил о земле, я увидела, как это две силы движущие, которые Бог высвобождает, Бог дает, для того, чтобы высвободить защиту для движения, которое Он высвобождает. Господь, пусть это исполняется, и учи нас входить в это. Учи нас использовать эту благодать, ту власть, которую ты даешь нам. Не бояться. Шедолорос! Пусть приходит это отождествление. О, хайялос, шетея, хайялос, ведос! Yeah.
есть что-то очень ключевое на Крымской земле. И поэтому здесь сегодня есть эти очаги движения Святого Духа, которые Господь переплетает и соединяет. И в итоге будет получаться нечто, что никто по отдельности из нас не способен воспроизвести. Эти звуки, эта сила, это движение, манифестация. И ни много ни мало это будет идти на север, на юг, на восток и на запад. Мы сегодня высвобождаем этот ветер перемен на север, на Украину, на восток, на Россию, на юг, на Турцию и на запад, на Европу. Мы высвобождаем этот ветер перемен. Это новая волна. Шамакатара Махатамакара. Шенделя Ребеситея, будьте в духе, дети Божьи. То, что происходит здесь, очень важно. Слава тебе, Господь.
О, слава тебе, Бог. Мы просто воздаем тебе благодарность за то, что участвуем в твоем деле, то, что участвуем в твоих свершениях, в том, что ты творишь. Мы не отдаем еще себе отчета, что происходит, но мы благодарим тебя, что мы внутри этого, мы часть этого. И мы молимся, вовлекай нас еще сильнее, Господь. Захвати без остатка. Захвати без остатка, Господь. Мы любим тебя, Ишуа, и мы поклоняемся тебе. Мы поклоняемся тебе, наш король, наш господин. Мы поклоняемся тебе, Бог наш. Слава тебе, Иисус, ты наш Бог. Слава тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе. Аллилуйя.